Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы готовим достаточно известный у нас сыр, известный он у нас под названием, на просторах СНГ имею в виду, под названием Эдам. А на самом деле это голландский сыр. Так, заговорился уже сначала. Нет. Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня готовим сыр Эдамер, родом из Голландии, известный на просторах СНГ, очень широко известный как Эдам. Этот сыр имеет очень много вариантов исполнения. На англоязычных сайтах я нашел и прочитал как минимум 5 рецептов. Мы несколько рецептов приготовили, выбрали оптимальный, на наш взгляд, и сегодня его приготовим. Готовить будем из коровьего молока, но он и готовится из коровьего молока. 20 литров молока готовим в сыроварне нашей с Ларисой разработки. Сыроварня выпускается украинским производителем. Если кому интересно ее купить, в описании видео я размещу ссылку на сайт, где она продается. Также заказал его через меня, вы можете получить от меня лично скидку 5%. Если у вас нет сыроварни, можно использовать либо мармит. Очень многие уже сыровары, я точно знаю, покупают мармиты. Это прибор для линии раздачи столовых, мы его раньше тоже использовали. Либо, если нет и мармита, сыр нужно варить на водяной бане. Что мы делаем? Берем большую кастрюлю нужного размера и в нее помещаем меньшую кастрюлю. В большую кастрюлю наливаем водички, так, чтобы донышко меньшей кастрюли касалось поверхности воды. Вот такую вот конструкцию из двух кастрюль составляем. Большую кастрюлю, естественно, ставим на плиту, там на источник нагрева, на любую плиту, какая вам подходит. И уже во внутренней кастрюле на водяной бане варим сыр. Очень часто задают вопросы, и очень многие блогеры делают это прямо на плите. Почему нельзя делать прямо на плите? Почему не допустим прямой нагрев? Дело в том, что в молоко мы добавляем молочнокислые бактерии, закваски, которые живут, развиваются, создают колонии и должны повышать кислотность молока. Так вот, донышко кастрюли, которая стоит, допустим, на газовой плите, нагревается до 300 градусов. Температура пастеризации, то есть гибели всех молочных кислых бактерий, 65 градусов. Соответственно, все бактерии, которые касаются в процессе нагрева, вернее, все молоко, которое касается в процессе нагрева донышка, оно пастеризуется, бактерии умирают, и в результате мы не получим нормальный, хороший, качественный сгусток. Поэтому, если нет классной сыроварни, готовим только на водяной бане. Это аксиома, я вас прошу от нее не отступать. Что касается молока, опять же таки, я в каждом видео рассказываю, и все равно вы задаете вопросы. Ну, не вы конкретно, а некоторые зрители задают вопросы. Почему нельзя использовать свежевыдоенное молоко? Да, у свежевыдоенного молока есть бактерицидная фаза. То есть определенные бактерии не дают этому молоку скисать. Есть определенная таблица, по которой рассчитывается длительность бактерицидной фазы или бактериальной фазы в зависимости от температуры молока по времени. То есть при 10 градусах после удоя молоко надо выдержать 12 часов. Иначе оно просто не будет скисать. Опять же, такие молочнокислые бактерии не будут развиваться, не будут создавать колонии, не будут повышать кислотность молока, и мы не получим нормальный качественный сгусток. Поэтому молоко вчерашнее и вечернее, сыр делаем сегодня. 20 литров молока. Что же нам понадобится еще? Из инструментов нам понадобится форма для приготовления сыра. Сейчас немножко более подробно расскажу о этой форме. Для формы мы делаем вот такие вот мешочки по форме формы. Можно, если нет такого мешочка, использовать марлю. Далее понадобится нож или лира для порезки сгустка. Если у вас нет лиры, используйте нож. И если у вас нет сыроварни с мешалкой, то вот такая вот штука для того, чтобы мешать сырное зерно. Теперь о форме. Нестандартная форма совершенно, объясню почему. Все стандартные формы, допустим, 2-килограммовая форма, она диаметром 20 сантиметров. Те, что продаются в магазинах, она диаметром 20 сантиметров. Соответственно, 2-килограммовая головка сыра получается плоская, как блин, что очень нехорошо сказывается на созревании. Что я предлагаю? Я предлагаю делать формы самостоятельно. Ну вот, в частности, я сделал форму 2-килограммовую. В этой форме головка, она 15 сантиметров в диаметре и 15 сантиметров в высоту.
рту. Головка здесь получается практически, ну как сказать, квадратная. То есть она получается диаметром 12, а диаметром 15, а высотой 12. Что значительно лучше сказывается на созревании, особенно сыров, в приготовлении которых участвуют пропионовые бактерии, когда сыр должен раздуваться в процессе созревания. Но в данном случае Эдам у нас тоже с пропионовыми бактериями. Это сыр с большими глазками, сыр с ярко выраженным ореховым вкусом, который тоже дают пропионовые бактерии. Поэтому вот я использую такую форму. И в принципе я рекомендую брать вот такую вот трубу, это вентиляционная труба. Для килограммовых форм использовать трубу диаметром 12 см, а для 2-килограммовых форм использовать трубу диаметром 15 см. Получается очень красивые головки, в конце видео вы увидите. Поршни подходят для этого стандартные совершенно, от обычных форм. И как бы по поводу донышка. Я делаю формы без донышка, потому что сыр тогда удобнее переворачивать. То есть, ну вот так вот накрывается второй решеткой и переворачивается. Вы тоже это сегодня увидите, друзья. Так, с этим разобрались, перейдем к ингредиентам. Кстати, очень многие зрители постоянные говорят мне, ну что ты каждый раз рассказываешь одно и то же. Друзья, простите меня, я рассказываю и буду рассказывать одно и то же. Как бы, если вы уже знакомы со всеми этими аспектами, вы можете их просто спокойно промотать. Я рассчитываю, что на канал заходит, вы знаете, моя миссия, как можно больше людей обратить в сыроделие и колбасничество. Вот, поэтому я хочу, чтобы новый человек, который зашел на канал и случайно попал на сыр не для начинающих, он понял, что здесь его действительно научат делать сыр, научат делать правильно, объяснят все нюансы. Поэтому я каждый раз буду рассказывать вот все основы хотя бы вкратце. А, конечно, для начинающих есть несколько видео на нашем канале, как приготовить сыр для начинающих, как приготовить сыр там без сыроварни и так далее. Можете их посмотреть. Так вот, перейдем к ингредиентам. Первый ингредиент и самый важный — это молоко. Как я уже сказал, молоко мы пастеризовали. Значит, в пастеризованное молоко обязательно надо вносить хлористый кальций. Кстати, все ингредиенты, которые я сейчас представляю, вы можете приобрести на сайте sirok.com.ua. Ссылку найдете в описании видео. Также в интернет-магазине «Сырок» вы можете купить полный набор для приготовления этого сыра, чтобы не покупать ингредиенты по отдельности. Для жителей СНГ и Российской Федерации в описании видео написано количество и все ингредиенты, и их количество, сколько надо закваски, сколько надо фермента, сколько надо пропионовых бактерий и какой закваски. Вы часто спрашиваете, какую закваску лучше покупать. Не могу вам ответить, какую лучше покупать, потому что выбор их огромен, но я предпочитаю все-таки французского производства, либо французского, либо итальянского. Наверняка хорошие и российские закваски. То есть все, что вам надо знать, это какая закваска. Допустим, термофильная, мезофильная, термомезофильная. Допустим, термомезофильная с бактериями гибелентикус и так далее. Все это я пишу в описании. Но если написано просто термофильная или мезофильная, к примеру, газообразующая, вы можете выбирать любую мезофильную, газообразующую, каприна, там, вот российские производители, которые есть, пожалуйста, нет, французские, итальянские особого значения не имеют, какие-то лучше, какие-то хуже, но я не имею возможности все протестировать. В данном случае сейчас я остановился на украинском интернет-магазине sirok.com.ua, который продает очень качественные ингредиенты. Мы уже сколько? Уже почти полгода работаем с ингредиентами, я просто в восторге, я всем его рекомендую. Да, так вот, хлористый кальций. Норма внесения хлористого кальция в пастеризованное молоко 3-4 мл 10% раствора. В непастеризованное молоко не обязательно вносить хлористый кальций, но я рекомендую вносить его также в непастеризованное молоко из расчета 1 мл 10% раствора на литр молока. Далее, для приготовления дама нам понадобится термофильная закваска, пропионовые бактерии, те бактерии, которые в процессе теплой фазы созревания активно выделяют углекислоту и делают нам большие глазки в сыре. И молокосвертывающий фермент. Еще раз остановлюсь по поводу фермента. Какой фермент лучше использовать? Я рекомендую использовать либо растительный химозин, либо микробиальный фермент. Они больше прощают ошибок, особенно начинающим сыроделам. Натуральный сычужный телячий фермент тоже можно использовать. Сыр будет вкуснее.
То есть, если вы сравните, в теории он вкуснее. Я этой разницы не замечал. Но фермент очень капризен к температурам, к условиям перевозки, поэтому зачастую его можно купить уже наполовину испорченным. То есть, сгусток будет образовываться плохой. Поэтому все-таки рекомендую растительный или микробиальный фермент. Также для приготовления эдама я буду использовать натуральный краситель аната. Краситель делается из плода, то есть совершенно полностью натуральный, используется активно в сыроделии. Этот краситель также можно приобрести в интернет-магазине сырок.com.ua. Использование красителя не обязательно, но в данном случае мне хочется, чтобы наш эдамир был такого красивого желтого цвета, поэтому я буду использовать краситель, буду вносить его тоже, сейчас вы увидите. Итак, после пастеризации мы охладили молоко до температуры 32 градуса и вносим хлористый кальций, 10% раствор хлористого кальция. На 20 литров молока я вношу 60 мл, то есть 3 мл на литр молока. Вносим и перемешиваем. Далее вносим натуральный краситель аната. В принципе, сыр получится такого же цвета, как покрасится молоко. Сейчас я вначале внесу из расчета по 5 капель на 10 литров молока. Посмотрим, достаточно ли оно окрасится. Если надо будет больше, то довнесем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошенько перемешаем молоко и посмотрим на цвет. Размешали краситель, получили молочко красивого желтенького цвета. Теперь вносим культуры молочно-кислых бактерий, закваски. Смотрите, закваска у нас прямого внесения. Она называется закваска прямого внесения. Очень многие придумывают какую-то ерунду с тем, что закваску растворить в молоке, подождать. Это закваска прямого внесения. Все сухие закваски, они прямого внесения. Ничего растворять в воде не надо. Рассыпаем по поверхности молока культуру и ждем 10 минут, чтобы порошок регидратировался, то есть допитался влагой. Для чего это надо делать? Также вносим пропионовые бактерии в нужном количестве. Тоже рассыпаем их по поверхности молока. Для чего нам нужна регидратация? Если сразу начать перемешивать, то культура возьмется комками. То есть эта заквасочка, так же как и дрожжи, собственно говоря, возьмется комочками. В результате, в процессе дальнейшего повышения кислотности, у нас вокруг этих комочков будут разрастаться колонии бактерий, и молоко будет закисляться неравномерно, что для нас нежелательно. Нам надо равномерно, поэтому рассыпали нужное количество культуры и ждем 5 минут, чтобы хорошенько регидратировалось. Далее нужно хорошенько все это дело перемешать. Я включаю мешалку. Ну а соответственно, если нет мешалки, то берем вот эту вот штуку, как она называется, ложку, короче, и вот такими вот движениями сверху вниз хорошенько перемешиваем, чтобы культура распределилась по всему объему молока. Оставляем молоко, накрываем крышечкой и оставляем молоко для повышения кислотности на 30 минут, при этом поддерживаем температуру 32-33 градуса. Желательно, чтобы температура у нас за эти пределы не выходила, то есть плюс-минус 1 градус. Друзья, через 30 минут будем вносить молокосвертывающий фермент. За 10 минут до внесения молокосвертывающий фермент, внимание, в любой форме, будь то он в жидкой или в порошкообразной форме, нужное количество фермента растворяем в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. То есть даже если у вас жидкий фермент, все равно растворяете в воде. Внимательно читайте инструкцию к тому ферменту, который вы используете. Очень часто меня спрашивают, почему сыр горчит. Вот я сделала сыр, горчит. Одна из причин — это большое количество фермента. То есть когда вы делаете передозировку фермента. Именно поэтому я никогда в рецептах не пишу количество фермента, которое надо отправлять для данного рецепта сыра. Фермент мы рассчитываем только по рекомендациям производителя. Что написано на упаковке, на литр молока, вот то и используем. Это аксиома. Через 30 минут вносим молоко, молокосвертывающий фермент. Я снял мешалку, потому что сейчас нам мешать не надо будет. И перемешиваем молоко, ну, в принципе, можно было и мешалкой потом ее снять. Перемешиваем вот так вот движениями вверх-вниз, чтобы фермент распределился по всему объему молока.
на поверхность молока, помещаем капроновую крышечку, заранее простерилизованную, и включаем секундомер, засекаем время, сколько пройдет времени до того, как крышечка прилипнет к молоку. Сейчас у меня молоко двигается, то есть сейчас крышечка спокойно вот так вот по молоку плавает. Как только начнет прилипать, проверяем ее вот таким вот образом каждые 5 минут. Как только начнет прилипать, я расскажу дальше, что делать. Через 12 минут получаем вот такой вот эффект. Крышечка прилипла, как на резинке. Это есть точка флокуляции или точка начала образования сгустка. Теперь временной коэффициент или мультипликатор для этого сыра 2,5. Умножаем время 12 минут на 2,5, получаем 30 минут. Общее время формирования сгустка от начала внесения фермента будет 30 минут. Ждем оставшееся время, а при этом поддерживаем температуру, опять же таки 32-33 градуса. Желательно, чтобы она не прыгала. После этого приступим к порезке. Надо приготовить лиру и нож. Естественно, все продезинфицировать. Через 30 минут приступим к порезке сгустка. Естественно, предварительно проверяем сгусток на чистый рез, на чистое отделение. Если он плохо сформировался, тогда оставляем еще минут на 10. В своем случае я режу шомпором. Нам надо вначале порезать сгусток на столбцы размером сантиметр на сантиметр. Вот так вот делаем надрезы. Отличный сгусток, плотненький. Делаем надрезы в одну сторону. После этого режем перпендикулярно, чтобы получились столбики. Можно резать, все зависит от глубины вашей емкости. Можно резать длинным ножом. У меня нету такого длинного ножа, поэтому я затащил шампур для шашлыков из пищевой нержавейки и им успешно режу. Далее надо порезать столбики по горизонтали, чтобы у нас получились кубики. Я буду резать лирой. Если нету лиры, то, соответственно, можно порезать ножиком, вводя его по диагонали, под углом 45 градусов. Вот таким вот образом. Оставляем зерно на 10 минут отдохнуть и отдать часть сыворотки. При этом температуру все равно поддерживаем в пределах 32-33 градуса. Через 10 минут зерно осело. Видите, оно отделилось от сыворотки хорошенько. Я устанавливаю мешалку. Если мешалки нету, начинаем вымешивать зерно в течение 30 минут. За эти 30 минут нам надо поднять температуру зерна. Ой-ой-ой, что-то быстро стартанул я. За эти 30 минут нам надо поднять температуру зерна до 38 градусов. Поэтому либо включаем нагрев, либо включаем газ. Все зависит от того, как мы делаем. И подогреваем зерно. Через 30 минут зерно уплотнилось. Сейчас покажу, как оно выглядит. Нам надо часть сыворотки слить, поэтому я снимаю мешалку. И вот смотрите, какое у нас зерно теперь. Кругленькое, плотненькое. Сливаем 30% сыворотки. В нашем случае 6 литров. Сливаем через дуршлаг, чтобы отдельные кусочки зерна, так сказать, ни грамма врагу. В это время мы нагрели чистую воду до температуры 60 градусов. Этот весь процесс остановит дальнейшее закисление зерна. 4. То зерно, которое у нас пыталось убежать, словил дуршлаг, возвращаем его назад. Добавляем сюда в котел 3 литра воды температурой 60 градусов. Температура зерна у нас должна быть теперь на уровне, то есть оно сейчас нагреется за счет того, что мы вводим горячую воду, должна быть на уровне 45 градусов. При этом продолжаем помешивать. В нашем случае температура поднялась только до 43 градусов. Догреваем зерно до 45 градусов и вымешиваем его в течение 20 минут. Через 20 минут останавливаем второй нагрев. Прекращаем вымешивать зерно. Сейчас покажу, какой оно вид имеет. Оно еще больше уплотнилось.
И вот такое вот вообще уже начинает слипаться. Видите, меленькое-меленькое. Друзья, оставляем зерно еще минут на 10, просто на дне, чтобы оно, как сказать, отлежалось. Оно начнет потихонечку слипаться. Готовим форму, стерилизуем и будем прям под слоем сыворотки помещать зерно в форму. Пока зерно оседает на дно, чтобы нам было удобнее работать под слоем сыворотки, отберем часть сыворотки, опять же таки через дуршлаг, чтобы никакое зерно у нас не убежало. В кастрюле или в котле оставим количество сыворотки по высоте формы. То есть, чтобы мы наполнили под слоем сыворотки форму, и она полностью покрывала форму. Сигналом к тому, что зерно готово к помещению в форму, является то, что оно начало слипаться, консолидировалось, как это называется. То есть оно стало липкое, перестало быть рассыпчатое. Помещаем форму в сыворотку и перекладываем зерно в форму. Равномерно распределяем зерно по форме и уплотняем его. После того, как форма полностью уплотнена и заполнена, смотрите, видите, я, получается, отлил сыворотки по высоте формы, но мы-то сыр забрали, количество сыворотки уменьшилось. Доливаем сыворотки так, чтобы форма была покрыта сывороткой, потому что у нас сейчас это все происходит под слоем сыворотки. Оставляем вот так вот сыр самопрессоваться на 10 минут. Через 10 минут извлекаем форму из-под слоя сыворотки. Красивый у нас желтенький сырочек получится. Ставим ее на дренажную решеточку. Помещаем сверху, положи дренажный коврик. Сверху коврик. И ставим под вес 3 килограмма на 15 минут. Через 15 минут сделаем первый переворот. Делаем его следующим образом. Опа! Вот так вот, почему я говорю, что удобно работать формами без донышка. И, друзья, я сразу же расскажу, чтобы не показывать все обезьянью работу, сразу же расскажу дальнейший регламент. Еще 15 минут под весом 3 килограмма. После этого переворачиваем сыр и весом 4 килограмма прессуем его 60 минут. После этого еще раз переворачиваем сыр, четвертый раз, и весом 5 килограмм прессуем его 12 часов. После этого приступим к засолке сыра. К этому моменту нам надо приготовить 20% раствор для засолки. Сейчас вкратце расскажу, как его готовить. Берете 4 литра воды и килограмм поваренной неиодированной соли. Кипятите воду, растворяете в кипяченой воде, ну, в закипевшей, в горячей воде соль, охлаждаете до комнатной температуры и обязательно процеживаете, потому что в соли всегда будут какие-то соринки. После этого добавляете 4 грамма сухого хлористого кальция и 4 чайных ложки уксуса. Таким образом у нас получается рассол. В этом рассоле мы будем засаливать сыр. Смотрите, рассол можно использовать несколько раз, но не забывайте, что он истощается. После каждой засолки сыра надо добавлять грамм 100, наверное, соли в рассол, потому что сыр забирает в себя соль, и рассол уже получается ненасыщенный. То есть после каждой засолки можно просто добавить соли, профильтровать, естественно, рассол, потому что в него попадут частички сыра какие-то, и поставить в 3-литровой банке, допустим, или там в 5-литровой какой-то емкости, поставить его до следующей засолки. Итак, друзья, мы прессуем сыр, завтра к моменту засолки возвращаемся к вам. Через 12 часов эдомер отпрессовался. Я не стал тащить сюда пресс, потому что он большой. Вылазь, эдомер. Так, сейчас его надо еще оттуда попросить вылезти. О, как хорошо спрессовался. Опа. Опа. Главное не нарукожопить. Получилась вот такая вот прекрасная головка сыра, друзья. Посмотрите, какого он цвета классного. Давайте взвесим. Я тут уже приготовил рассол.
Я иногда забываю взвешивать сыры. Так, 1931 грамм получился у нас из 20 литров молока. Отличный результат, я считаю. Отправляем сыр на засолку. Я приготовил рассол, так как рассказывал вчера. Засаливаем сыр из расчета 3 часа на каждые 500 грамм веса. То есть в моем случае 12 часов. И каждые 3 часа сыр будет плавать в рассоле, когда мы его сюда поместим. Видно там, Ларис, в камере, что он плавает? Да, видно. Видно, да? Вот он будет плавать. Для того, чтобы он равномерно просолился, каждые 3 часа его переворачиваем. Недавно один подписчик задал мне вопрос. Говорит, посолил сыр, а он неравномерно просолился. Я говорю, а как вы узнали? Ну, я его попробовал, говорит. Я говорю, так ему же надо было дать возможность вызреть. Но я захотел попробовать. Он снаружи более соленый, чем внутри. Но как бы это не проблема. В процессе вызревания произойдет диффузия соли. Сыр будет просолен совершенно равномерно. То есть у вас не получится сыр соленый снаружи, а внутри не соленый. Друзья, через 12 часов мы встречаемся, я рассказываю, что делать дальше. Через 12 часов достаем эдамерчик из рассола. Мне так нравится его цвет. И отправляем его на просушку. Просушиваем, друзья, 2-3 дня при комнатной температуре. Как бы знак. Что-то я забыл, как сказать. В общем, свидетельство о том. Вот это я гоню. Простите, пожалуйста. Обсушка будет закончена. Лариса стоит, меня смешит сзади на камере. Обсушка будет закончена, когда сыр тактильно будет сухой. То есть, когда вы сухой, вот тыльной стороной ладони до него дотрагиваетесь и не чувствуете влагу, значит, обсушка закончена. Я скажу, сколько у нас заняла обсушка при комнатной температуре, и после этого мы покроем сыр покрытием, и я расскажу, как он должен вызревать. Условия вызревания для этого сыра достаточно простые, вызревать он у нас будет недолго, все вызревание займет всего лишь месяц. Вот, в общем, через 2-3 дня увидимся. Лариса, не смеши меня. Итак, друзья, наш сыр полностью обсох. Видите, головка, как я говорил, она тактильно совершенно сухая. Наступило время покрыть его защитным покрытием. Рекомендую использовать, ну, в крайнем случае можно использовать латексное покрытие. Воск для этого сыра не подойдет, так как сыр будет увеличиваться в объеме, раздуваться в процессе вызревания. А лучше всего покрывать покрытием паракоат. Покрытием, полимерным покрытием на водно-дисперсионной основе. Оно, во-первых, хорошо сохраняет сыр. То есть в латексе сыр засыхает реально в процессе вызревания. В паракоате сыр именно хорошо вызревает, то есть он не так активно теряет влагу. Вот. И второй момент, почему рекомендую это покрытие, оно не имеет ярко выраженного запаха, как вот, допустим, латекс, который у нас продается, он реально, ну, такой химический запах имеет. Покрываем сыр со всех сторон в 3 слоя. Вот таким вот образом покроем вначале половинку головки. Дождемся высыхания латекса, потом покроем вторую половинку головки, потом эту процедуру повторяем. И таким образом покрываем весь сыр в 2-3 слоя, ну минимум в 2, но в 3 лучше. Если вам не жалко покрытие, то лучше покрыть в 3 слоя. После того, как мы покроем сыр и покрытие полностью высохнет, отправляем его на созревание. Первый этап созревания в течение 10 дней – холодная фаза. Холодная фаза, температура 10 градусов, влажность 75%. Сыр может созревать просто на решетке, без контейнера, в камере для созревания. Если в холодильнике, то в контейнере на верхней полке, для того, чтобы обеспечить более высокую влажность. Обычный пластиковый пищевой контейнер. После этого переходим к теплой фазе. Провели несколько экспериментов, и все-таки я прихожу к выводу, что та теплая фаза, которую я раньше рекомендовал, 10-15 дней, очень короткая. Поэтому вот на сегодняшний день в рецепте я вообще написал 30-45 дней теплая фаза вызревания. Этот сыр на теплой фазе мы будем держать 30 дней.
теплая фаза 16-20 градусов. В это время начнут работать пропионовые бактерии, начнут активно выделять углекислоту, сыр будет раздуваться. Следите, чтобы нигде не лопнуло покрытие. Он будет раздуваться, внутри будет образовываться полости. Он немножко размягчится, и внутри будут образовываться полости, которые именно характерны для сыра Эдамер, в том числе, но и для всех сыров с пропионовыми бактериями. После этого, в принципе, еще на 10 дней помещаем сыр на дозревание либо в камеру, либо в холодильник и будем дегустировать. То есть, в общем и целом, наша дегустация этого сыра будет через 2 месяца. Мы делали эмменталь. Прошлый сыр с пропионовыми бактериями, вы, наверное, видели видео. Сыр получился идеальнейший по консистенции, идеальнейший по вкусу, но недостаточно большие глазки. То есть, не такие, как должны быть, ну вот, должны быть крупные глазки в этих сырах. Все-таки они, их получилось много, они получились хорошие, классные. Сыр получил от пропионовых бактерий нужные вкусовые качества, вот ореховый вкус, ореховый аромат. Но именно больших глазков мы не добились. Поэтому этот сыр, я как бы пришел к выводу, мы провели с Ларисой несколько экспериментов, я пришел к выводу, что недостаточно для таких маленьких сыров теплой фазы вызревания все-таки 2 недели. Поэтому этот будет вызревать 4 недели, друзья. И в общем и целом через месяц и 20 дней встречаемся с вами на дегустации. Пока сыр отправляем на вызревание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Естественно, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставайтесь с нами и ждите дегустации. Всего доброго, пока!